так смотрим. Посмотрим на Седу. Расстроилась она, конечно, после многоборья. Хотелось выступить лучше, но, к сожалению, не очень хорошо получилось. Хорошее приземление. Немножко грязновато, но у нее всегда были проблемы с приземлением. Это она выполнила сейчас хорошо. Немного разлетелись ноги в фазе полета и согнула, насколько я заметил, именно в толчке с рук от прыжкового стола. Да, очень многие девочки, когда прыгают, сгибают ноги, особенно те, у которых недостаточно роста. Есть такая ошибка, конечно, ее нужно исправлять. Рост исправлять? Нет, все можно исправить, все можно компенсировать. Да, высота женского опорного прыжка составляет 125 сантиметров. У мужчин на 10 сантиметров выше, 135. И пока готовится Седа ко второму прыжку, мы ждем, смотрим точнее, Артура Далаян на коне. Оценка у Седы за первый прыжок 14.333. Довольно неплохо, 8.933 за частоту она получает. Да, тем более сейчас убрали, понизили базы прыжков. И вот Артур доделывает свою комбинацию. Опять после на заднем плане Седа выполняет, по-моему, очень отлично. Алия за этим всем следила. Да, неплохо выполнила прыжок. Видно, что есть запас.